Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня будем мариновать кабачки на зиму. Все, что нам понадобится, вы сейчас видите на экране, а подробное описание всех ингредиентов будет под этим видео. Предварительно хорошо вымытые кабачки и цукини, как в моем случае, нарезаем колечками толщиной по 1-1,5 см. Кабачки для консервирования должны быть свежие, здоровые, непереспевшие, твердые, с недоразвитыми семенами, зеленого или светло-зеленого цвета длиной до 15 см, диаметром до 3,5 см. У меня кабачки свои, домашние, выращенные собственноручно. Кабачки и цукини подготовила, нарезала колечками толщиной от 1 до 1,5 см. Также подготовила и литровые банки. Для этого рецепта на количество 3,5 кг кабачков я взяла 5 банок. На дно каждой банки укладываю веточки укропа, острый перец у меня сушеный по 1 колечку, пластинки чеснока, перец горошком душистый по 2 штучки и перец острый горошком по 3 штучки. Теперь закладываю кабачки. Я в перемешку с цукини, так будет красивее в баночке. Банку встряхиваю, чтобы они плотно улеглись. Если нужно, то где-то поправляю руками. Укладываю каждую банку плотно все кабачки. Вышло 5 литровых баночек. Теперь беру кастрюлю, заливаю в нее 2 литра горячей воды, ставлю на огонь и даю воде закипеть. Как только вода закипела, всыпаю 150 грамм каменной соли. Перемешиваю, даю соли полностью раствориться. Даю закипеть. И затем вливаю 170 мл 9% уксуса. Перемешиваю, даю прокипеть еще 1 минуту. И сразу же готовым маринадом заливаю подготовленные кабачки в банках. На 1 литровую банку идет 400 мл маринада. Залитые банки с кабачками маринадом ставим на стерилизацию. Для этого я использую такой огромный казан, на дно которого я уложила решетку. Если нет решетки, можно застелить обычным полотенцем. Ставим все баночки, у меня как раз помещается 5 штук, и заливаем горячей водой не ниже 50 градусов. Воды наливаем по плечике банок. Оставляем стерилизоваться. Как только начинают появляться первые бурбочки, первое небольшое закипание появляется, стерилизуем 12 минут литровой банки. Затем сразу же закатываем ключом. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем на воздушное охлаждение. Зимой маринованные кабачки используют как гарнир к мясным и рыбным блюдам, а также для приготовления салатов, винегретов и тому подобное. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на канал. Всем пока!